Привет, меня зовут Алина, мне 30 лет, и я записываю отзыв по курсу вот Алмаза селф-дайвинг. Сегодня у нас последний день прошел, и хочу поделиться своими эмоциями, ощущениями. О курсе я узнала ВКонтактике, где-то давно еще видела у Алмаза блог, когда он путешествовал, и совершенно случайно недавно зашла кому-то из друзей на страницу, там высветилась просто его блог, я зашла, посмотрела, увидела, что с тех пор многое изменилось, и человек теперь занимается совершенно другими вещами, мне стало интересно. Вот, была первая бесплатная неделя, и я могу честно сказать, что у меня не было на самом деле в начале мысли проходить полностью курс. Я думала, я посмотрю просто первую неделю, а потом, возможно, там, если мне понравится, то я пройду его, но позже, потому что, ну, как бы, у меня на данный момент просто финансовые возможности, как бы, не было его проходить, вот. И чем мне все это было интересно, потому что, в принципе, ну, как бы, я уже сама занимаюсь вопросами вот этого какого-то саморазвития, так называемого, последние, наверное, там, ну, не знаю, лет, может быть, 5, наверное, 6, я много читаю на эту тему, проходила тоже всякие онлайн-тренинги, живые тоже тренинги проходила, и у меня просто, ну, была боль и был вопрос, как бы, почему у одних получается, а у других не получается, почему, как бы, я вроде делаю эти упражнения, но я вроде, как бы, в итоге толку от этих упражнений, ну, по сути, никаких. Ну, то есть где-то я как-то двигаюсь, но двигаюсь очень медленно. И я понимала, что на самом деле упражнения-то хорошие, как бы, все хорошо с этими упражнениями, но, по сути, что-то не то. Вот эта несостыковка не давала мне покоя, не давала мне вообще сна и всего остального. И я искала ответ на этот вопрос, и как вселенная, по-моему, ну, как бы, задолбалась уже смотреть на мои поиски и подкинула мне действительно очень нужного человека в нужное время с нужным курсом. Еще летом мне начала поступать информация про медитацию, как-то вот в мою жизнь я начала читать на эту тему, и что-то мне казалось, что где-то вот в этой области лежит какой-то очень, ну, очень какая-то нужная мне информация, что действительно эти медитации, это все как-то вот, наверное, не только про индусов, которые медитируют на где-нибудь там высоко в горах, и это не про религию, и, наверное, это что-то более глубокое, и, наверное, это что-то более, ну, нужное, и, в принципе, и в современном мире, а не только где-то там в храмах, в ашрамах и так далее. Я начала как-то вот в сторону медитации, ну, наблюдать, что-то смотреть, изучать, и мне казалось, что это тот самый, как бы, недостающий кусочек пазла, который мне нужен. И на самом деле я думала, что, ну, у Алмаза курс будет примерно такой же, какие я раньше проходила. Ну, то есть это просто будут какие-то упражнения, вот, которые, соответственно, ну, или будут у меня работать, или не будут у меня работать. У меня на самом деле этих упражнений у самой уже целая стопка, но я говорю, что проблема, ну, где-то глубже была. И я думала, попробую первую неделю этого курса. И все, как бы. Вот. Но здесь такая интересная история случилась уже на первых двух днях, когда даже это были подготовительные дни, и Алмаз только подготовительные какие-то материалы высылал. Я просто все это посмотрела, послушала, почитала, и меня пробило, потому что я поняла, что это то, что мне нужно. Вот прям я поняла еще по подготовительным дням, и я уже тогда у Алмаза спросила, есть ли какие-то варианты там с рассрочкой курса вообще, как можно решить эту ситуацию, потому что, ну, у меня там на данный момент там не было этих денег, чтобы выложить. В итоге, как бы, спасибо Алмазу огромное, он придумал мне там все эти варианты с рассрочкой, удобные для меня, и сделал возможным, ну, не откладывать этот курс, соответственно, да, на какой-то более поздний срок, а пройти его прямо сейчас, потому что именно сейчас он мне был очень сильно нужен. И этот курс решил ту задачу главную, которая у меня была. Главная задача у меня была, это вот, ну, короче, это тот самый недостающий кусочек пазла. Я поняла, что такое медитация, у меня наконец сложилась картинка, я поняла, как бы, как это работает, что это дает человеку, как это вообще все это действует, механизмы все эти, зачем это нужно делать. Я поняла, что как раз-таки медитация — это тот самый недостающий элемент, который одним, ну, как бы, не сама медитация, а развитие осознанности при помощи медитации и наличие потом осознанности у человека. Это как раз-таки тот самый инструментик, который одним позволяет при помощи упражнений и практик выстреливать и менять свою жизнь, а другие не могут эти упражнения сделать, потому что невозможно, например, прописать негативные свои убеждения по поводу денег или по поводу еще чего-нибудь, если ты не можешь видеть в себе этих негативных убеждений, если ты их не замечаешь, если ты
Ну, я не знаю, ну, как бы пытаешься что-то в себе искать, но не можешь этого увидеть, потому что у тебя не развита вот эта наблюдательность, у тебя не развита эта осознанность. И это было на самом деле, как бы, вот, ну, это самое главное, что дал мне этот курс. Он дал мне понимание какое-то, ну, я не знаю, блядь, картины мира, как устроен мир, как это все работает. И у меня теперь абсолютно полностью есть, ну, как бы, понимание и представление, куда двигаться, как двигаться и что там для этого нужно делать. Ну, то есть у меня появился тот самый инструмент, которого мне не доставало, потому что упражнений, ну, как бы, я кучу там знаю и сама, и Алмаз тоже давал очень много упражнений. И он сделал действительно очень классный курс, он реально подошел к нему с душой, это я совершенно точно могу сказать, потому что, ну, это не первый такой курс в моей жизни, и вот только в декабре я там проходила такой же 21-дневный онлайн-тренинг, тоже по убеждениям, там, установкам, по саморазвитию, и я могу сказать, что, ну, по сравнению, хотя там его делал человек какой-то, ну, намного более там известный, с большим опытом, скажем так. Но курс намного более слабый. Просто каждый день какое-то маленькое задание, без какого-то там серьезного погружения. А у Алмаза очень круто, у него очень много. И дискурсы ежедневные, и статьи, и работа в парах, и, соответственно, и дневники, и отчеты, и какие-то каждодневные задания. Очень много всего. И я, например, считаю в жизни, что вот, ну, как бы, в какой-то момент вот ты читаешь, 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 там что-то смотришь, 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 у тебя накапливается критическая масса материала определенного, и он потом прорывает. И он создал тоже в какой-то степени такую ситуацию, что, ну, очень много он давал материала, и на тебя все это обрушилось. И я считаю, что, ну, просто невозможно пройти этот курс, не получив там вообще никакого результата. То есть, ну, каждый получит то, что он получит. Каждый получит в зависимости от того, в какой точке он находится. И кто-то может вообще там улететь в стратосферу, а кто-то сделает только первый шаг на пути своего развития. Но этот первый шаг иногда намного более важен и значим для человека, да, там, чем улететь в стратосферу. Иногда сложнее, да, начать, чем уже получить какой-то прорыв. Поэтому, ну, я искренне советую абсолютно всем и каждому там не думать, не раздумывать, потому что именно этот тренинг, он является таким фундаментом и основой для дальнейшего саморазвития. И дальше вы уже можете совершенно спокойно или заниматься, ну, самим, если у вас там хватает как бы знаний и понимания, как это все работает, там, силы воли. Вы можете дальше сами заниматься своим развитием. Вы можете дальше там ходить уже, начать к другим тренерам. Но у вас будет основа, у вас будет тут тот самый инструментик, который позволит вам эффективно выполнять все эти задания, которые дают остальные тренеры и которые на тренингах бывают. Потому что я искренне вот, ну, сейчас считаю, что осознанность и тренировка осознанности — это прям реально ключ ко всему. Медитация — это не волшебная таблетка, она сама не изменит вашу жизнь, она не принесет денег, там не найдет вам жену или мужа, ну, как бы, не знаю, не решит там вообще всех ваших проблем, она не решит, но она даст именно тот самый инструмент, при помощи которого вы сможете вообще свою жизнь очень круто изменить, и у вас будет понимание о том, как менять эту жизнь. Вот, ну, как бы, я считаю, что это вообще на самом деле самое главное в жизни человека, потому что, ну, по сути, да, если сравнивать метафору такую взять, жизнь — это игра, и нужно понимать, по каким правилам эта игра ведется, чтобы, ну, чтобы понимать вообще, как бы, как прийти к результату, к определенному, когда дойти до какого-то финиша. Что вообще нужно делать? Нужно понимать вообще правила этой игры. И вот этот курс вообще, он дает, мне кажется, какое-то комплексное понимание о том, какие есть правила игры вообще в этой жизни, почему мы такие, какие мы есть, почему мы ведем себя так, как мы ведем себя, почему у нас в жизни, да, там те результаты, которые у нас вот на данный момент есть. И он дает понимание, почему я там, где я сейчас нахожусь, и дает понимание о том, как сделать так, чтобы там из настоящего местоположения перейти, как бы, да, в желаемую точку, в новую точку. И это очень круто. Вот, ну, я действительно считаю, что это самое важное. Поэтому, если у вас есть сомнения, то не сомневайтесь, это очень крутой курс, прям вот, ну, с душой сделанный. И, соответственно, ну, как бы, просто на время курса, не знаю, делайте все, что говорит Алмаз, по максимуму, абсолютно. Даже если не понимаете вообще, в чем смысл, поймете потом. И вот искренне вам говорю, просто делайте, просто вот по максимуму вкладывайтесь в этот курс.
И обязательно его проходите, потому что это просто супер-мега фундамент и основа для дальнейших очень крутых изменений в вашей жизни. Вот, искренне вам советую всем его пройти. Еще раз спасибо Алмазу огромное за такой супер-крутой курс. Вот, и всем остальным, вот, соответственно, удачи в прохождении и удачи вообще в жизни. Все, счастливо.